добраться куда-то, а уж тем более срочно, уже проблема. Стоишь на остановке, ждешь автобус, и непонятно, когда он приедет. А что же будет вечером, когда транспорт ходит хуже? Даже страшно представить. Но этой проблемы есть решение. 3 месяца, и ты с правами. Многим не нравится ездить на общественном транспорте, и я не исключение. В голове сразу возникла мысль, мне точно нужны водительские права. Это открывает такие возможности, и причем не все из них связаны с автобусами. Быть водителем – это классно. Это вообще нужное дело. Это новый вид заработка, это быть более мобильным и не зависеть от кого-то. Все начинается с изучения АЗОВ, теоретического материала. Чтобы ездить на машине без аварий, надо обязательно знать правила дорожного движения. Ну и чтобы сдать экзамен, это тоже нужно. Поэтому вечером я снова села за парту и начала впитывать то, что говорит преподаватель. На занятии нам объяснили каждую деталь и показали видеоролик, чтобы уж точно все запомнить. Очень понятно объясняют, очень удобный сайт, также чтобы решать билеты и закреплять материал. Вот. И занятия проходят в очень удобное для меня время, очень удобные дни, и сама группа состоит из интересных ребят, с которыми я уже успела познакомиться. Пройти теорию и решить сложные билеты – это только полпути. Нужно еще научиться управлять машиной. Инструкторы имеют стаж от 15 лет, поэтому это те люди, которым действительно можно довериться. Они все объяснят, а если что-то непонятно, то расскажут об этом еще раз, покажут и даже нарисуют на бумаге. Ну а самое главное – всегда будут терпеливыми и не начнут кричать при первой ошибке. Поэтому можно не бояться идти на первые уроки вождения. Начинаются они вообще всегда на площадке специальной. Учим людей привыкать к КПП, к двигателю, слушать его, как нужно правильно переключаться. И как только все вот эти навыки уже более-менее направлены, мы уже потихонечку уезжаем в город. Поначалу было очень волнительно садиться за руль, особенно на первых занятиях. Но постепенно я начала привыкать к машине. Все эти парковки, повороты, развороты были сложными, но теперь они кажутся не такими страшными, как раньше. Я общалась с другими курсантами и узнала, что не мне одной понравилось рулить. Ну, вождение в целом для меня такая новая сфера, в которую я впервые влился, и довольно смешанные чувства. Иногда страшно, вот мандраж какой-то в руках, а так в целом приятно тоже чувствуется развитие какое-то в себе. В автошколе действует много акций. Получить скидку в 1000 рублей смогут медработники, сотрудники полиции и многодетные семьи, а также те, кто придут с другом. Кстати, если не знаешь, что подарить на день рождения, отличным выбором будет подарочный сертификат на любую сумму. И да, в официальной группе больше акций, какая-нибудь тебе точно понравится. 3 месяца обучения и заветная карточка уже у тебя. Теперь все дороги открыты, и причем в любое время суток. Больше не нужно ждать автобус или такси. Сел в свою машину, и ты уже дома.